Найти ответы на непростые вопросы и решить разного рода проблемы. С этим активно помогают официальные страницы органов власти и подведомственных учреждений в российских соцсетях. В их число входят и медицинские учреждения. За помощью в госпаблике поликлиник и больниц обращаются ежедневно и в большом количестве. Группа Ульяновской областной детской клинической больницы действует 4 года. Буквально недавно мы ее верифицировали, и теперь эта галочка означает, что это официальная наша страница, которой можно доверять. К нам действительно часто обращаются родители пациентов, задают различные вопросы, как позвонить, как связаться с врачом. Мы всегда оперативно отвечаем, неважно, это выходной день, неважно, после 6, после рабочего дня, в любое время, в любой день. С вопросом в госпаблик детской больницы обратился и Анатолий Чернов. Ответ получил моментально. Ему помогли встретиться с врачом и узнать о здоровье родственников. Ну, буквально 5 минут предоставили полную информацию. Соответственно, номер телефона дали сразу в больницу, куда позвонить. Да, также, кажется, связались с врачом практически сразу. То есть объяснил, что с ребенком, что с племянницей случилось. В принципе, я вообще проблем не вижу. Это замечательно. В госпабликах ведут полезные рубрики с ответами на часто задаваемые вопросы. Делятся важной и актуальной информацией, выкладывают новости, приглашают на мероприятия. Основная задача госпабликов – это сделать ту информацию, которая располагает государственные учреждения, органы власти, доступной для людей, информировать на тех площадках, где люди сидят, где люди смотрят информацию, это социальные сети. Очень важно давать информацию в удобном виде, давать информацию оперативно. В общем-то, это главная цель данного проекта. Сегодня в Ульяновской области около 1500 организаций ведут официальные странички в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Это более 3000 госпабликов. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.